Вот, пришли мне посылочки на 11 килограммчиков. Хорошо, есть бесплатная доставка. Так, такой огромный списочек. Ну, 11 килограммчиков. Так, что у нас тут? Витаминки. Видно, не знаю, как, в каком формате снимать. Все вместилось. Носочки. Что-то у нас артикул. Еще носочки. Две парочки. Так, ну, потолок следующий. И тоже будет классненький подарочек. Парфюм на выбор. При регистрации. Так, новая мойка. Ой, вкусненько пахнет. Ой, это мне от пункта выдачи подарочек. Как приятно, спасибо. Так, вот это молочко новое, я не брала. Говорят, что она очень-очень классная. Где у нас критику? Видно? Ну, наконец-то. Решила взять все-таки все три. Артикул наш где прячется. Так, в общем, напишу. А вот и есть. Видно, да? Все три я взяла. Будем пробовать, смотреть. И третья. Красота. Так, две красочки девушка попросила. Так, вот такая же. Одинаковые две штучки. Где у нас артикул? Штику, шкуку. А вот он. Уже забыла, где они у нас на краске. Так, эти тоже новинки. Два гельчика взяла. Так, вот артикул у нас. Сейчас понюхаем. Вкусненько пахнет. Ягодками пахнет. Так, такой же. Полностью линеечку эту новую я взяла. Это гель для интимной гигиены. Ну, мой крем, естественно. Как же без него? У меня уже все на исходе там. По бокам баночки осталось. Без него никак. Так, взяла вот эту новую масочку. Обязательно будем пробовать. Расскажу, как она мне. Штику видно? Большая баночка. Будем пробовать. Ну да, мой бальзам пришел наконец-то. Ура, ура, ура. Так, скотч от коробки приклеился мне. Артикул видно. Это уже третий бальзамчик. Вообще, эта серия мне очень зашла на ура. Так, а это что мне пришло? Будем посмотреть. Интересно. Честно говоря, я что-то не припомню, что тут убрала. Все, поняла. Поняла. Хочу я все-таки попробовать. Так, нахваливают. Это для лица. В общем, посмотрим, подробнее разберем попозже. Консилер с Эверка для лица. Так, ой, мой ресторанчик. Какой он клевенький, мне очень понравился. Закончился, я решила заказать. Так, вот такой вот бальзамчик очень нахваливает. Ни разу не брала, решила взять. 100% натуральный. Очень-очень нужен. Очень сухая кожа. Так, ну это вот. Так, одну коробочку все обойти. Это куча масочек, наконец-то я взяла. Такой бальзамчик, тоже девочки очень хвалят. Попробуем. Артикул. Лак для ногтей. Артикул видно, нет? Здесь видно. Что-то будет не видно, непонятно. Мы сейчас его даже глянем, он, конечно, у меня размажется. Ну, ладно, попробуем. Он очень красивый. Передать-то его. В общем, он красивый. Так, наклеечки для ногтей. Артикул. Вот такие маски я взяла все по одной для лица. Все, какие были доступны, взяла все. Ну, давно я их не брала почему-то. Времени до меня. Так, стоять. Вот новая масочка тоже. Вот такая масочка. Эта масочка пришла вообще за 5 тенге. Кстати, акция еще действует. При покупке любого средства из этой серии я взяла маночку. Маска за 5 тенге. В России это 1 рубль. Так, ну и из этой же серии новинка соль. Соль пена.
3370 артикул. Так, здесь не зеркали. Так, ну и как же мне к этой коробке добраться? Сейчас попробую спуститься. Так, что же, наконец-то мне пришла сковородка. Сковородочка. Давно я ее хотела. Мне взяли артикул. Так, сковородочка. Наконец-то появилось складное ведро. Десятилитровое. Десятилитровое я не стала брать. Смотрим. Как раз закончились салфеточки. Обожаю. Обожаю. Без них никуда. Так, что-то здесь еще. Крышка, крышечка. Все здорово запаковано. Я не буду совершать. Еще пришла нам кружечка. Замечательная кружечка. Аккуратненько. Ой, какая она легкая. Ах, обалдеть. И девчата уже сказали, что это закаленное стекло. Смотрите, какая она миленькая. Какая прелесть. Красота. Ой, классная. Прям классная. Так, по акции пока еще действует в нашем каталоге. Взяла 4 штуки. Кстати, взяла первый раз. Это кондиционер-умягчитель. Он прям густой. Вот действительно, как говорили, что он густой. Обратите внимание, кто не брал. Ой, приятно пахнет. В общем, их 4 штуки. Вот еще 2. Ну, конечно же, мой шампунь. Уже 3. Прелесть. Если необходимо будет подробнее рассказать о каждом продукте, пишите. Все обязательно расскажу. Наши освежители воздуха, естественно, мы всегда берем. Всегда разные. Но очень классно. Такие я давно уже не брала. Ой, здорово. Так, и 2 взяла еще. Чистить ванную и унитаз. Эти штучки наши. Ой, как вкусно пахнет, набрызгала. Артикул. Так, ну все, пока надо это все разобрать. Вам, пожалуйста, готовый подарочек для любимой. Все в один цвет. Можно еще такую масочку добавить. Масок много не бывает. Вообще, наклеечки для ногтей. День влюбленных впереди. И вот такая кружка. Это просто, просто бомбическая кружечка. Какая красота. Вот так вот. Можно убрать просто такой вот для девочки, да? Ой, ну прелесть. Я бы, конечно, хотела, чтобы мне такие подарочки дарили. Очень символично, очень красиво, вкусненько, приятненько. Ёлки-палки, я чуть не выкинула с пакетиком вот этот пробничек. Думаю, блин, я же заказывала. Классные, классные, вообще классные. Мне понравились. Я не люблю сильно сладкое, но однозначно эти духи я возьму в следующем каталоге. Прям классные. Клубничка. У меня осталось запах клубнички. Ой, 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 ой. Так что, кто любит такую вкусняшку, клубничку, остается вот клубничка. Они не сладкие, не приторные. Есть немножко сладинка. Вообще, короче, они обалденные. Так что рекомендую к покупке в следующем каталоге эту новиночку духов. Потому что в следующем каталоге, так как новинка, она будет со скидкой, а дальше она будет по-любому дороже. Смотрите, сколько всякой красоты у нас опять будет. Ой, кто не зарегистрировался, регистрируйтесь, пока есть возможность.
попасть на такую акцию.